Полин, пока я буду смотреть меню, принеси мне линейку. Линейку? Да. Но по поводу линейки, я думала, что это будет какой-то прикол. Пожалуйста. Так, положи руку. 2 сантиметра. Сегодня я тебе уже дам поблажку, а завтра у тебя ноготь должен быть. Завтра сантиметр. Ладно. Спасибо. Я понимаю то, что я работаю в общепите, я работаю с продуктами, микробы, бактерии, все дела. Ну, про ногти я ни разу не слышала от управляющей, от администраторов.